Что, друзья, финал, по-моему, около 2-3 ночи. Мы времени не наблюдаем, потому что мы счастливые. И вот мама Маргарита сегодня очень волновалась. И этим включением мы хотим обратиться к будущим мамам и просто спросить ваши эмоции, как вам сегодняшний праздник, удалось ли нам достучаться до сердечек, как вам сегодняшний праздник? Праздник был просто великолепный, именно из-за нашей ведущей, спасибо, такой прекрасной женщины, у которой фонтан идей. Я еще это оценила и заценила, когда была подготовка к свадьбе. И мне, я где-то вот по натуре тоже, у меня много бывает идей, и как бы много детей у меня, и постоянно дни рождения, праздники, тоже идей хватало, в общем, вагоны маленькой тележкой. Поэтому я очень довольна нашей ведущей, и я советую всем другим родителям обратить внимание, и чтобы, если вы хотите, чтобы была свадьба на высшем уровне, то я вам рекомендую. Спасибо большое. Счастья вам и вашим детям. Ну и дождаться рождения, конечно, внука. Но будущим родителям что хотите пожелать? Спокойствие. Будущим родителям. Отдать бразды правления организатору, да, и наслаждаться праздником. Да, да. Но я хочу сказать, наши дети, они все подготовили, в принципе, нас только ставили так в известность. Да. А так все они искали, все везде, все участвовали, все как надо. Вам понравился наш сюрприз? Да. Обращение, конечно, к родителям? Конечно, конечно. Да. Еще когда Лида мне... Ну, вот я присутствовала при разговоре, просто я зашла в комнату, и я слышала: вот надо детские фотографии, вот надо то, все. Я про себя подумала, думаю, ну вот какая молодец женщина, ну надо же, вот придумала такое. Потом я как-то тоже зашла, она слушает песню про родителей. Ну она сама себя выдала, говорит: ой, мама, тебе это не надо было слушать. Ну я сразу поняла, что это там будет что-то, поздравление какое-то родителям, или вспоминание, что-то там такое. В общем... Нам удалось вас сегодня немножко удивить? Да, конечно. И доставить приятный момент. Очень, очень, очень. Спасибо. Да, очень. Что вам здоровья от всего сердца. Спасибо. Да. Да. Спасибо за высокое доверие. И встретимся на других ваших семейных праздниках.